В Акмолинской области не в полную силу работают перерабатывающие предприятия. К примеру, мясокомбинат в Кукшетау выпускает продукцию через раз, а крупный молзавод вообще законсервирован. Одна из причин – нехватка сырья. Решение проблемы – создание сельхозкооперативов. Об этом шла речь на совещании аграриев Акмолинской области с участием министра сельского хозяйства. Аскар Мырзахметов отметил, что кооперация не только увеличит загруженность предприятий, но и позволит получить субсидии, кредиты и создать рабочие места. В этом году в регионе увеличивают посевные площади под масличные и кормовые культуры. Акмолинцы получат почти 11 миллиардов тенге субсидий. Регион ежегодно экспортирует около 2 миллионов тонн зерна в 26 стран ближнего и дальнего зарубежья. Потребность сельхозпроизводителей минеральных удобрений довольно-таки высокая. В то же время мы сегодня по республике и в целом по Акмолинской области внесение удобрений от тех требуемых, скажем, параметров сегодня только 10-11%. Это довольно низкий показатель. Без элитных семян, удобрений и высокой агротехники мы не получим тот урожай, который планируем. Многие заводы, которые простаивают, им необходима техническая модернизация. Можем загрузить и, соответственно, модернизировать эти заводы. На что будут направлены тоже, соответственно, бюджетные средства.